Спонсор программы «Место происшествия» – ломбард «Титан». Сеть дисконт-магазинов «Титан» — это огромный ассортимент и ежедневные обновления. Бытовая электронная техника, ноутбуки, инструменты, золото, гарантия на товар, низкие цены. Магазины расположены в каждом районе города. «Титан» 450707. В Нововятске камера очевидца зафиксировала ДТП с участием двух автомобилей. Эфир продолжит рубрика «Видеорегистратор». На улице Советской в Нововятске столкнулись два встречных автомобиля. По данным ГИБДД, это происшествие обошлось без пострадавших. Значительные повреждения получили лишь автомобили. На перекрестке улиц Попова и Калинина с экспериментальным регулированием водитель Hyundai устал ждать зеленый сигнал светофора. Куда он на красный поехал? Олень какой-то. На улице Московской водитель КамАЗа забыл включить поворотник и подрезал автора видео. На улице маршала Конева водитель БМВ едва не спровоцировал столкновение машин. После несостоявшегося ДТП автор видео еще долго вспоминал невнимательного водителя. На перекрестке улиц Казанская и Профсоюзная водитель Kia Sportage повернул налево с правого ряда. Водитель паркетника все же закончил маневр, затем он остановился и накричал на автора видео. Не видишь, что ли? Чего? Ты что, не видишь, что ли? Ты справа поворачивай. Участники конфликта кричали и толкались до тех пор, пока им не посигналили другие автолюбители. На улице Ленина видеорегистратор очевидца зафиксировал драку между двумя посетителями кафе. Вскоре боец в синей футболке одержал победу нокаутом. На этом честный бой окончился. Лежащего драчуна атаковал еще один прохожий. Даже приятель нечестного драчуна не оценил его поступок. Возможно, после такого удара пострадавший получил серьезную травму. На улице Московской два беспечных пешехода прервали разговор автора видео и его пассажира. У меня как бы определенная курица. Ну, что она не видела ты меня? Ну что? Сергей Пичугин, место происшествия.